Печалька. Я вот не знаю, нужно туда перейти или нет. У нас нет ключа, ясно, понятно. Так. Да, блядь. Единица входить. Очень странно. Какая карточка, вопрос? Понятно, что ни хера ничего не понятно, да? Хер его просышь. Чё? Такой звук, блядь. Как будто это. Да. А, это мы попали сюда. А, все. Ясно, понятно. Так. А то раздевалка, по-моему, была, да? Восстановление чего? Блядь. Вот как это все сочетать, я не пойму. А можно это чем-нибудь сортировать? Нет, М. Медпак. Что, до сих пор нельзя взять? Увеличивает силу медпаков, серьезно? А ну-ка. Нормально, чё.
Или чё? Да, блядь. Где, блядь, личные карточки какие-то? Еще бы знать, куда это все ведет. Было бы вообще замечательно. Натурики, блядь. Блядь. Ёб твою мать, ты умер? Фух, блядь, умер. Information. Стоп, мне кажется, или там пароль? Нет? Показалось? Оу. Блять! Ёб твою мать. Какой большой офис, нахуй. 11, 20, 58, 104. Интересно. Это мы, получается, сейчас обошли, да? Типа. Карта это куда ведет? Лады. Пятьдесят восемь, 104. А чё ж это? 58, 104. Интересно. Серьезно? Хреново. Да. Опа-на. А сколько у меня патронов? Интересно. Опа, на это что такое?
Ключ комнаты B1. Какого? Гейл, ты все еще жив. Отлично. Что это? Очередная ящерица? Это не ящерица, это динозавр. Динозавр? Послушай, здесь действительно что-то не так. Все задание пошло наперекосяк. На поле боя всегда легко. И не важно, с кем ты или чем ты сражаешься. Что-нибудь слышно про доктора? Мне нужно встретиться с Риком. Моя рация сдохла, а он единственный, кто может ее починить. Да, мужик, короче, вещи говорит. Вот, короче, такие дела, ребят.